Итак, всем привет, ребята! Это уже 27-я часть рубрики автомобилей. Так вот, 27-й кандидат у нас это Ford Model T 1925 года выпуска. У меня помимо конвертибл есть еще и Ford Model T купе, Ford Model T пикап и Ford Model T Runabout 1925 года выпуска. Они двухступенчатые, у них двухцилиндровый двигатель. И они выпускались с 1925 по 1935 год. Ну так что всем пока.